раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Фух. Привет, дорогие зрители канала Минер СНТ. Меня зовут Джека. И мы с вами продолжаем играть в игру Metro Last Light. В прошлой серии мы с вами проходили через мертвый город к нашим... чтобы наконец-то поведать всем обо всем. По пути там были всякие у нас видения. Из прошлого, из теней, вот видения вот этих теней. И так-то по большей части прошлая серия была такая, ну, просто ходили, короче, везде. Так что, надеемся, в этой будет что-нибудь такое сюжетом связанное, интересное. Какая же она? Красная площадь. Я жду встречи. Раньше про него говорили. Сердце нашей Родины. Я тут еще не бывал. Площадь я видел только на старинных почтовых открытках. Наверное, это самый популярный вид на московских открытках. Храм Василия Блаженного. Кремль. Всех иностранных туристов везли сюда сразу. Во время войны Кремль не стали бомбить. На него сбросили нечто такое, что пощадило архитектуру и сожрало всю органику в радиусе нескольких километров. Нечто экспериментальное. С этими экспериментами... Да что ж я делаю-то? Ты тоже их чувствуешь. И значит, тебе будет легко понять. А это же... Как они здесь оказались? Ё-моё, люди вросли просто. Это центр? Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Офигеть. Они не красные. Просто здесь их дом. Если уйдем, они не тронут. Хорошо, давайте с вами. Боятся за свою дом. Боятся тебя. Знают вас. Ну, окей. Офигеть, красота-то какая. Сломалась, правда. Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Ночь типа наступает. Или что он имеет? Быстрее. Ветер. Опасно. Здесь тихо. Лучше подождать. Ой-ой-ой-ой-ой. Скоро можно будет идти. О, офигеть. Это что, типа буря? Нужно идти. Успели. Сейчас снова будет буря. Да, буря. Офигеть. Какие нахрен бури в России? Ну хотя после такого-то, да? Все поверхности просто кратеры появились, да хренища всего. Ой-ой. Офигеть, мы сдохли. Ветер, опасно. Так, ладно, давайте попробуем еще раз. Патронов везде нормально, да? Нужно идти, успей. Сейчас снова будет буря. Да, буря. Так, болото. Не будем наступать на них. Долбанная болезнь. Ни хрена какой большой. Аж машина. Офигеть, это все красиво сделано. Опять можно. Идем. Идем. Здесь лучше быстро. Мы не успели. Мы успеем, Артем. Они не успели. Офигеть. Офигеть. Он боится. Хочет домой. Не красный.
как же все. Окей, окей, давай. Какого? Окей. А он умер или че? Ты убил? Ты тоже чувствуешь, Артём? Не бойся, я рядом. О. А. Это что такое? Нельзя стоять. Я помогу. У-у-у. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Что это такое? Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. А? Офигеть. Так, 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 так. Офигеть. Ай-яй-яй. А. Нельзя, типа, да? Так. Я помогу. Давай, давай, давай. Саня, давай. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Мы же его Саня назвали. Пришельца нашего. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Офигеть, так-то... Ох, пипец, жутко так-то. Так, 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 все, выбрались. Нахрен, больше не пойду туда ни за что. Уву. Так. Ага, вы не трогаете. Понял, понял. Все хорошо. А, это снайперка опять. Ладно, уходим отсюда. Только куда? Походу сюда, да? Так. Сюда побыстрее надо свалить. Потому что... Нахрен. Артём, здесь злые. Много. Очень красные. Кто злые? А, еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артём! Да сколько веревочки не виться! Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие! Капец, я думал, все пипец. Относительно этого рейнджера, у нас особый приказ от товарища Корбута. Уничтожить огонь на поражение! Нельзя стоять. Я помогу. Не могу больше. Устал. Так, 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 так. Уничтожить! Выполнять приказ! А, так это Пайло, я думал, наши. На. Е-е-е-е. Я помогу видеть. Отлично. Так, так, так. Так, так, тихо. А, жопа. У нас ВХ, короче, поняли, да? ВХ, зашибись вещь. Устал. Где они?
Ай-яй-яй. Все нормально. Ты где? Так, я не помню, где-то придурок. Нам разбили к херам. Противогаз, эти уже обожрали их, смотрите. Офигеть. Быстро. Так, 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 дайте, дайте что-нибудь. Я думал, красный сначала. Это, типа, животное. ПВП с тобой. В общем, Артём, прощай! Бойцы, заканчивайте с ним! В атаку! Отомстим за товарищей! Офигеть! Давай. Давай. Yes. Так, таких лучше картечью брать. А, скопытился. Потеряли все. И себя потеряли. Я явился, значит. Не трус, это точно. Давай, Рейндж. Выжил-то. Да, Артём. Молодец ты. Молодец. Давай. Закончи, что начал. Тихо. Он совсем не красный. Не злой. Ему просто грустно. Не понимаю. В смысле грустно? Что, нашел? Молодец. Без страха и упрека. Это еще что? Твари тут на меня натравишь. Герой. А, типа воспоминания. Эксперимент на Октябрьской можно считать удачным. Вирус быстро убивает. Сразу теряет активность. Осталось лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в Полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Козлы. Опять. Артём! Мы что же, Артём? Решай. Уйти, помочь. Решай. Здесь нельзя долго. Могу. Да помогу. Зря, конечно, походу.
А, блин. Он выживет. Вот оно какое прощение. Спасибо. Я запомню. Офигеть. Ну ладно. Оставили. Жить. Блин, как-то я не знаю, оставлять его. Ну, в смысле... А, то есть его нельзя с собой добрать. Ну ладно, все тогда. Теперь бы только успеть. В полис, на мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самая последняя. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута. Ага. Так, ладно, давайте двигаемся дальше. Йо-йо-йо. Ха-ха, Человек-паук. Тут что-то странное. Погоди. Вот так. Что это там? Я должен увидеть. Что там такое? Так, уйди. Пипец, сколько на них патронов уходит. Звуки напоминают звуки из фильма «Мгла». Я это уже говорил. Выживает сильнейший. Даже здесь такие законы. Такие законы во всем животном мире, в принципе. На, тварь, а. Что здесь? Как-то вообще тупо все. Так, нам туда, да? Фу-фу-фу, не противнее. По звукам. Эта хрень еще будет побольше, чем ту, что мы встречали. Тихо. Бюро, уходим отсюда. Капец, что за звуки, как будто какой-то... Как будто я не знаю вообще. Батя, бать этих бать. Не, батя, бать этих животных. Ну, короче, я не знаю, звуки пипец. Одними словами. Какой-то галеон, что ли, идет. Джиггернаут, вообще не знаю. Медведи.
Это... Это что такое? Ёб... Артёмка, наверное, вообще охренел. Давай прочитаем заметку. Давай. Сад. Извиняюсь. Так. Теперь мне известно все. И все встало на свои места. Все, что я видел до сих пор, было лишь приготовлениями. Настоящий удар будет нанесен в последний момент, когда никто не будет ждать его. Куберт говорил о том, что захватит метро бескровно. Он действительно может это сделать. Последняя кровь, которую ему придется пролить, кровь бойцов Ордена, защищающих Д6. Красные за... Блин, а? Красные застанут их врасплох, ведь в момент нападения Москва будет подписывать мирный договор с Мельником и остальными. Так, 5-7. Персонаж нам достал реально, ребят. Извините, блин. Ломаные болезни, конечно. Мы идем к этому. Это типа логово, да? Ага, зашибись. Она защищает детей. Осторожно. Я ж говорю, здесь батя-бать, этих бать. Бог, бог. Бережет спину. Там она беззащитна. Ох, офигеть. Я и нашмалял. Тихо. Все, убил. Ё-моё. А, нет, стой. Чё с ней? What the f... What the fuck? Тёмка, Тёмка, беги, беги. Воу-воу-воу-воу-воу. Тёмка. Братан. Возьми. Давай, 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 давай. Офигеть, сколько патронов. Ой. Тихо, тихо. Замедление. Фух, ну где? Тихо. Да ёп. Бабах. Бум.
Давай, 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 давай. Блин, поворотливая. Тихо. По лапам ей. Достало. И в спине сейчас. А, нет, не задело. Вот эта тварь, а. Меняем. Офигеть, ушла. Мы убили. Один патрон. На. А вы-то чё? Убейте. Не, наоборот, так надо, да? Ой-ой-ой. Погоди, я что-то в конце она так за это. Ну-ка. Ну, затемнело, что-то, походу, зря мы ее так убили, да? Давайте тогда можно. Наоборот, ей поможем. Блин, так жалко мне, если честно, ее. А, пусть живет. Как говорят там, царь зверей, да? Ну, царь зверей так-то реально. Если бы не мы, он бы не сдох. Ну, не сдох, мы ему помогли в конечном этапе. Это хорошо. Артём, скорее сюда! Ой-ой-ой. Наши. Слава богу. Так, кто это с тобой? Неужели? А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет! Не стреляйте, полковник! Тогда держите его подальше, а то я за себя не ручаюсь. Да ладно. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артем, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. Да ладно тебе. О, я понимаю его. Вижу его мысли. И слышу твои, Артём. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так вот, почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я? Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Офигеть. Мои. Мои. Они там.
Они спят. Да это же... Это же... Смотри, они в спячке. Он не один. Я должен их разбудить. Им пора жить. Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом, вокруг. Но я должен. Иначе останусь один навсегда. Офигеть, что происходит. И мы поможем тебе. Я сделаю. Что надо? Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные! Офигеть! Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной! Окей. Патроны, пацаны, только нужны. Реально, нужны просто жестко. Ничего нету. Не единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Да. Артём, по Октябрьску мы узнали от Ханса и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения их санитарной роты, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыш. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажет? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит, Орден? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. Прикольный. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Готово. Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Есть. Разговор окончен. Следуем в зал совета. За мной. Ну да, что-то никто не любит его. Пришельца нашего. Саньку. Полковник, разрешите доложить? Отставить. Всем силам орденов, D6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только бы пронесло. Эльдорадо. Отлично. У нас так магазин называется, электроники. И в заключение официальной части слово предоставляется лидеру Красной линии, товарищу Москвину. Товарищи, товарищи, я не побоюсь этого слова. Друзья, друзья, мы также считаем... Готовься, Артём. Держись рядом с малышом. Да будет мир во имя наших детей. Ура, товарищ! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда. Рейнджеры, отставить! Артём, малыш, ваш выход. Тихо.
типа мысли читает. Офигеть. Ой-ой-ой. Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел? Совсем уже? Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Офигеть. Прикольно. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за так... Молчишь. Что смотришь так на меня, глазами своими честными? Все открывать или что, не пойму. Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбу тебя сдал. А теперь меня за яйца держит. Из-за тебя! Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения. А ты все равно. Прости. Так. Все. Что это? Что было? Я вслух? Так, значит. И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил. Брата своего. Но Корбут. Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас... Д-6 штурмует. А там вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же подонки! Коммуняки проклятые! Вот уроды! Будьте вы прокляты, сволочи! Пипец. Здесь все ясно. Скорее, на вокзал. Д-6 мы не отдадим. За мной! Пипец. О, броню одеваем крутую. Ох, пипец. Войска, опять спецподразделение. О, это что ли? Которые мы переспали или кто? Не понял. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Ну да. Он сделал, что мог, и ушел. Своих. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Ладно, ну что ж. Думаю, на этом мы завершим. Ну что ж, с вами был Жек из Мира СНТ. Не забывайте подписываться на видеоролики, ставить лайки, писать комменты. Также не забывайте брать ссылку в ВКонтакте, быть видео избранным. Что всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии, в следующих летсплеях. До новых встреч.
Somebody